Даниэль, ты что, забыл ключи? Ой, простите меня. Вы уж точно не Кьель. Как поживаете? Или, как обычно говорят риэлторы, как вы тут свои дни доживаете? Это моя визитка. О, надо же, очень приятно. Познакомьтесь, это семья Эппесен из провинции. Они хотят переехать в столицу. Да, нам бы хотелось квартирку где-нибудь в центре или в хорошем пригороде. Пригород – это для пенсионеров, а в центре селиться уже не модно. Обратите внимание на эту прекрасную квартиру, расположенную в самом сердце нескучного спального района. Недалеко от метро. Да, тут порой бывает немного шумно, но в остальном все просто идеально. Да, да. Крыша, правда, немного протекает. Когда идет дождь, спальню заливает. Но это все такие пустяки по сравнению. Обратите внимание, квартира выдержана в изящном деревенском стиле. Слушайте, проводка выглядит как-то подозрительно. Ее делал профессионал? Ну, конечно, даже не переживайте на этот счет. Мы сами ее делали. Я не буду вводить вас в заблуждение. Тут, конечно, понадобится небольшой ремонт, но вы же такой сильный мужчина. Я уверен, что для вас починить эту безделицу – расплюнуть. А, ну, да, пожалуй, я смогу. Это очень мирный район, идеальный выбор для молодой семьи. Тем более, если вы планируете завести ребеночка. Вообще-то мы об этом думаем. Помолись, да! Где Бенни? Какой Бенни? Успокойся, кисонька. Рыбонька. Специально для вас могу сделать скидку. Куда же вы? Не уходите! Это что за фигня вообще, а?